Всем огромнейший привет! С вами, как всегда, Аня. И сегодня мы вместе с вами пройдем новый квест в Шарарами. Итак, давайте же поскорее начнем. Мы зайдем в сафари на сайт Смешарики, сделаем полноэкранный режим. И вот мы вместе с вами входим в Шарарам. Итак, у нас показывают безумный док «Вперед в будущее». Скорее к доку на площадь у больнички. Это тот самый квест, который мы сегодня вместе с вами будем проходить. Карта Шарама, и идем на площадь у больнички. И вот у нас тут стоит док. Он был в каком-то квесте. Был, это я помню. А вот ты где, моя машина как раз подготовлена к старту. Идем внутрь. Пошли. Привет, я Макс, внук Дока, приятно познакомиться. А, это из того прошлого квеста, который был с этим Доком. Это его внук, которого мы спасали. Ладно. Привет, но ты же был заколдован, превращен в железноеда. Как тебя расколдовали? Это было легко, сингулярный искажатель, катализатор. Но, честно говоря, раньше он был симпатичный. Ну ладно, дедушка, ну хватит надо мной прикалываться. Ясно, Макс. Слушай, а почему у тебя дуршлаг на голове? Кстати, да. Это Максим думает, что так люди в будущем одеваются. Хочет смешаться с толпой. Видимо, с толпой сумасшедших. Дедушка, хватит надо мной прикалываться. А сейчас вы правда летите в будущее Шарама? А зачем? Мы летим в 2025 год. Хотел сказать 2015 год. Макс хочет посмотреть сразу все сезоны любимого сериала. Я тоже так хочу. Летим с нами, мне нужен механик, а Макс даже батарейки имеет. Понятно, все с вами понятно. За помощь получишь квадрокоптер или магию в подарок. Готов же без старта. Старт. Да ладно. Эта картинка тоже где-то была, они, наверное, из плашого квеста как раз содрали эту картинку, чтобы не печатать. Точнее, не делать еще. А что такое? Ох-ох-ох, Злобский, много работы, поговори с шефом. А шеф на Злобной площади. Ура, Злобик. Что такое? Привет, классная машина у тебя. Привет, шеф, что с тобой? Почему ты тренируешь Злобарей? Ты что, жираф свалился? Я не жираф, я из прошлого. Из 2016 года. Вон машина времени стоит. Тогда понятно. Злобикус еще в 2020 году украл волшебный шар с Умникуса. Какой ужас. И что было дальше? Теперь Злобикус властелин Шарама. То есть смешарики страдают. Злобикус заставляет нас делать то, что мы не хотим. Я помогу вам. Естественно, другого выхода нету. Итак, Злобикус заставил меня, Злобарей, тренировать. Меня, Злобарей! А что, ему идет костюмчик. Найди Злобаря, который делал зарядку неправильно. Он отличается от других. Сначала я очень долго искала, в чем отличие. Но, походу, делай это или вот этот, или вот этот. Кажется, вот этот. Ладно, окей. Да, я вспомнила. Молодец, ты помог этому смешарику, он свободен от работы на Злобикуса. Помоги остальным смешарикам здесь и в Злобашковой долине. Злобашка. Гениально, прибавили слово зло и ро убрали. Гениально. Босс-ба-босс, Злобикус заставил меня играть эту злобную музыку. Давай вернем веселую. Отметь трек, который играет на главной площади в Шараме 2016 года. Нет. Это? Вот это. Средненькое. Молодец, ты помог этому смешарику. Он свободен от работы на Злобикусе. Да ладно. Помоги остальным смешарикам здесь и в Злобашковой долине. В Злобашковую долину. Потому что тут было два персонажа, а тут еще два. Нюша. Ей идет такая прическа классная. Злобик заставил меня строить ему памятник из шоколада. Конечно, я часть откусила. Помоги починить памятник, отметь подходящий кусок. Ну, хорошо, так уж и быть. Это вот этот вот кусочек? Да, этот. Молодец, помог этому смешарику. Он свободен от работы на Злобикуса. И теперь на крош. Репа? Допустим. Злобикус запретил морковку. Приходится репу жевать. И от нее уже позеленел. Раз у тебя машина времени, привези мне морковки из прошлого. За морковкой. Такие супергерои, мы должны морковку еще принести.
вот морковка, вот морковка и вот. У меня не хватает, так как там нужна еще одна морковка. Так, и тут их всего три. И следующая морковка будет через 14 минут. Ребята меня очень часто просят показать мои сообщения на шарафоне. Итак, давайте же это сделаем. И, конечно же, я вам всем отвечу. У меня там очень много сообщений. И первое сообщение от Азалт 0. Трам, ты... Трам 2, ты класс. Я отвечу тебе спасибки. Вот так. И отправить. Сообщение отправлено. Итак, давайте сейчас мы с вами уйдем в мой домик, чтобы поотвечать всем вам. Так, он мне пишет. Спасибо. Аня, супер, спасибо. И давайте я вас всех сейчас запущу в мой домик. Мы там посидим. Все 14 минут. Надо помнить. Так. Угу, все. Так, я сяду на диван. Кстати, в конце там выйдут этот квадрокоптер этого мальчика Макса. И еще там вторая, это магия. Ну, магию я оставила, чтобы вам потом показать. Итак, первый, кто нас нашел, это умный Тима. Классный. Умный. Самое главное, умный прибавить, потому что неважно. Итак. Я пока вам... Нет, уже набирается народу. Я напишу вам всем привет. Всем приветики. Ничего себе, сколько народу. Смотрите, почти что все с одной прической. Кстати, у разработчиков Шарама с фантазией не густо, так как они в новой коллекции этой одежды, они вот эту вот прическу, они сделали точно такой же, как вот это. Только цвет изменили. Я не понимаю смысл того, чтобы вообще менять цвет. Лучше поменять всю конструкцию. Ладно. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Первый раз сказала, я снимаю за долгое время. Здорово! Да, я снимаю. Ты снимаешь? У меня один вопрос. Что? Где вопрос? Вот так вот. Ютуб, привет! Привет, YouTube подписчики. Все мы 12 тысяч это видят. Итак, я вопрос не пропустила? Нет, не пропустила. Я Сабрина, здорово. Аня, скажи, ты обожаешь нас? Да, я вас обожаю. Да, я вас обожаю. Хорошенькие такие. Так. Вопросики, вопросики. Аня, супер, спасибки. Спасибо. Тогда, Аня, перестанешь снимать? В ближайшее время, конечно же, нет. Потому что я вас очень люблю. И просто так забрасывать канал ни с того, ни с чего, так не надо делать. Ох, мечтала попасть кому-нибудь в видео. Здорово. У каждого есть своя мечта. Ее мечта сбылась. Я тебя люблю, спасибо. Аня, супер, Аня, класс, кто не верит, там глаз. Ты красотка, спасибо. Я вас очень люблю. Очень люблю. Давайте вечеринку устроим в честь Ани. Было бы здорово. Только на 15 минут. Потому что мне надо ждать морковку там. Аня, сколько тебе лет? Мне 10 лет. Я твоя подписчица, здорово. Аня, может вопрос? Конечно. Ютуб, привет. Привет, Ютуб. Аня, супер, Аня, класс, кто не верит, тому в глаз. Здорово. Спасибо.
Ты просто класс. Спасибо. Аня, когда новое видео? Ну вот, я его записываю. Я его сняла в первый день, как вышел этот квест. Надеюсь, на следующий день он уже выйдет. Так, вопросики. Аня круче всех. Много ноликов раз. Спасибо. С папки. А где сипки? Спасибо. Надо было написать. Ладно. Аня, я тебя люблю. Удачи в прохождениях квестов. Аня, ты красивая. Спасибо вам, ребята. Так, как этот смайлик делается? Вот так вот. Научилась делать этот смайлик, теперь все время делаю. Я не верю, я сижу рядом с Рам 2. Здорово. Ого, диван на всех. Конечно, мне не очень нравится этот домик, но мне было лень его менять. Я стояла, потому что там большое место, точнее пространство, для того, чтобы вам разбежаться, и диван. Просто вы рядом садитесь. Приятно. Снимаешь? Да, я снимаю. Снимаю. Аня, супер Аня. Класс, кто не верит, тому глаз. Спасибо им. Аня, ты лучшая. Спасибо. Это просто диван подписчиков. Точно. Как вы такое придумываете? Даже мне не приходит это на ум. Молодцы, ребята. Анна, ты лучшая. Спасибо. Итак, я смайлик какой-нибудь сейчас ему вам отправлю. Так. Вот этот вот. Он прикольненький. Мне нравится. Итак, ты красавица. Спасибо. А видос как называется? Прохождение квеста? Какое там, я забыла уже название квеста. Что ждет Шарам? Наверное, так и назову. Ты видео самый лучший, спасибо. Почему я говорю спасибо? Спасибо. А когда ты выложишь видео? Скорее всего, на второй день после начала квеста. Завтра. Сделай низкокачество, лагать не будет. А, это не то, значит, это они о своем болтают. Когда выложишь видео, я уже написала. Я не верю, так, это уже было. Так. Не ушатуюсь. Да, я не ушатуюсь. Где? Рядом с Трамп 2. Видео когда будет, я уже отвечала, оно будет завтра. На следующий день после начала квеста. Я каждый раз смотрю ее видео, они такие классные. Спасибо вам всем, кто вообще смотрит мои видео. Особенно спасибо тем, кто оставляет комментарии, конечно же, и лайкает все мои видео. А как называется, не придумала. Ну, я назову, как он называется в Шараме. Я видео, всем привет! Всем привет! Когда новое видео? Я уже сказала, завтра. Мне смайлики отправляют. Раз уж мне смайлики отправляют, значит и я им смайлик. Какой-нибудь прикольненький сейчас. Сердечко отправлю. Тут, статус, тут. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Итак, я твоя фанатка. Спасибо. Как это приятно слышать. Аня,
кто? А, ты няшечка. Няша. Вы тоже все мои няши. Я вас очень люблю. Люблю. Трам-2, господи, я твоя подписчица, здорово. Как ты узнала о Шарараме? Ну, когда-то давно я очень любила мультик «Смешарики». И просто набрала в интернете там «Смешарики» смотреть. И тут выпала игра. Я такая, что это такое? Ну и зашла, посмотрела. Мне игра понравилась, и вот я до сих пор играю. Аня супер, Аня класс, кто не верит, тому в глаз. Маленький. Ух ты, какой смайлик. С одной стороны грустный, с другой стороны веселый. А, ты сделаешь сходку для подписчиков? Да, я сделаю ее. Сделаю. Кстати, к сожалению, когда была Масленица в Шараме, я не успела дойти до магии и кубка. Так что у меня нет ни магии, ни кубка. Но там осталось совсем чуть-чуть. Хотя вот я уже вижу, как магия это работает. Но мне очень интересно, как будет работать магия шефа. Ведь у меня ее нет, у меня есть только квадрокоптер. Точно. Аня, как видео называется? Как оно в Шараме там называется, там СКВС, так и будет видео. Узнаю, что будет в будущем. О, идея. Аня, ты красотка, спасибо. Сипки. Аня, может вопрос? Конечно. А, нет, вы подписчик, здорово. Аня, открой клуб. Это идея, но я пока что останусь у меня в домике. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Трам, покажи меня в кадре. Вы все в кадре. Все-все люди, которые здесь сейчас собрались. И вас столько народу. Я не ожидала, что вас столько придет. Аня, ты идеал. Ни один человек не идеален. В том числе и я. Аня, у тебя есть парень? Нет. Аня, добавь. Я сейчас, к сожалению, не могу добавить всех, потому что у меня начнет немного лагать Шарам, и мне придется выйти. Ну и все. Видно, Аня, там даже дышать нечем. Задыхаю. Аня, ты лучшая, спасибо. Так, да. Спасибо. 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 Ань. Что? Когда новое видео? Завтра. Или послезавтра. Скорее всего, завтра. А, ты красавица, умная и богатая. Насчет того, что богатая, ну, как назвали, так я и буду. Аня, ты просто супер, спасибо. Аня, добавь. Потом я вас всех добавлю после видео. Всех-всех обязательно. Аня, сфоткай. Точно, мы аж сфоткать-то можно. Где мой фотоаппарат? А, вот он. Вот кого-нибудь в толпе сейчас фоткаю. Нет. На льдине. Аня, ты идеал. Спасибо. Добавь меня
Я всех после видео добавлю, ребята, не волнуйтесь. Привет, я Ишая Рама. Здорово! Аня супер, Аня супер. Спасибо! Итак, Аня супер, Аня класс, кто не верит, тому глаз. Спасибо вам, ребята! Спасибо вам... вам, ребята! Ну все, я пошла дальше проходить квест, и сейчас вас всех об этом оповещу. Так, ребята, мне пора проходить квест. Проходить квест. Квест, пока. Итак, мы идем на карту Шарама и... где там морковки-то были? А, точно, в Ромашковой долине. Вот они, морковки. Раз морковка, два морковка и носить пожарную третья морковка. Идем обратно в будущее. В Злобашковую долину. Крош, мы все слышали, нужно спасти Шарам от такого будущего. Давай отправимся в 2020 год и помешаем Злобиксу украсть шар. Понятно все с вами. 15.05. Главное вот эта вот штучка. Да, она 05.2020. Итак, мы с вами отправляемся. 2020 год. И так что нам говорят? Сейчас он появится. Вот он идет. Он идет, идет. Открывает дверь. Да, открывает ее. И выходит с шаром. Ну, все понятно, коллекция меня. Я кое-что придумал. Лобикзу смог развеять магическую защиту Умникуса. Значит, защитить шар помогут только старые добрые ловушки. Класс! Шар спасем и заодно посмеемся. Идея классная, но Злобикус уже украл шар. Нужно отлететь на пару часов назад и приготовить ему сюрприз. Да, прыгаем в машину времени. И мы сейчас отправимся на пару часов назад, и нам скажут искать шарами 2016-го вещи. Но почему они здесь анимацию не сделали? Еще потратили пару секунд, чтобы посмотреть на эту анимацию. И здесь у нас нету. Дальше пойдем в морской порт. Я уверена, там что-то есть. Я вас уверяю. Подойдет для ловушки. Следующее. Это, думаю, на пляже. Нету. Значит, она была в пиратской бухте. Я единственное не помню, где... Там, кажется, мешок. Я не помню, где лежит мешок. Честно. Итак, давайте посмотрим, где он может быть. В парке аттракционов он вполне может быть. И его там нету. Значит, на Снежной горе. Да. Нету его там. Дальше, 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 дальше. В дремучий лес. Вот, мука. Теперь мы отправляемся в Шарам 2020 года на пару часов назад. И... отлично, я как раз рассчитала, где лучше ставить ловушки. Кликай на крестики, которые я начертила. Раз крестик. Два крестик. И три крестик. Самое крутое – это водяная ловушка. Ведь Злобикус боится воды. Нам нужен хороший водопровод. Построй его, собери три уровня труб. Строить!
И вот, отлично, все сделано из Лобикс. Вот-вот появится, готов увидеть ловушки в действии. Итак, внимание, он проваливается, вылезает оттуда. Мука ему на голову падает, он идет к выходу, и его вода обливает. Уже сейчас оно меняется к лучшему, ведь шар Умникаса на месте. Ты крут! Выбери подарок магия шеф будущего или квадрокоптер Макса. Я выберу магию шеф будущего. Наверное, квадрокоптер вы уже успели за все мое видео разглядеть. Он такой оранжевенький, голубенький. Я отправлюсь к себе в домик, чтобы показать вам мою магию. Тут еще остались люди. Итак, давайте я вам покажу ее. Итак, где она? Вот магия. И вот она. И вот теперь я такая голубенькая, черненькая. Ладно, как он танцует. Нет, ничего не видно. Так, вот сейчас попробуем. Ребятки, дайте показать, пожалуйста. А, так, вот, давайте попробуем танцевать. Прикольно он танцует. Конечно, классно. Помашем ему рукой и усядемся. Все, самое главное, сели. Хотя здесь квадрокоптер не отображается, что он у тебя вообще есть. Жалко, жалко. И вот я сегодня вместе с вами прошла новый квест. Точнее, даже сказать, прикольный квест в Шарараме. И всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем до новых встреч, всем пока-пока!